Семья с 6 детьми из-за пожара осталась без крова в Камне-на-Оби. Пострадавшие просят жителей края о помощи. Трагедия произошла в эти выходные на улице Крылова, сообщают Каменские известия. Первой в семье Косининых огонь заметила младшая дочь. Дочь младшая выходит и говорит: пап, там какие-то искры летят, так должно быть, нет, не должно быть. Ну и выбежал туда, в кочегарку. Давай воду с водой поливать, ну, изнутри здесь. Тут соседи сбежались, вызвали пожарку, давай закидывать снегом. Полностью сгорела кочегарка, дом остался цел, но стал непригодным для жилья. Повреждена кровля, после тушения в комнатах до сих пор стоит вода. Обрушение потолка ожидают в любую минуту. Дом одноэтажный, деревянный, и огонь по таким строениям всегда распространяется очень быстро. Площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Дом достаточно серьезно пострадал от огня. К счастью, случаев гибели и травмирования людей в результате происшествия удалось не допустить. Предварительная причина случившегося – это неправильное устройство, либо неисправность отопительной печи или дымохода. Сейчас многодетная семья живет у родственников. Возвращение домой займет немало времени, сил и средств. Строение придется ремонтировать от пола до потолка, включая замену проводки и восстановление отопления. Желающие помочь могут отправить деньги на номер банковской карты или связаться через редакцию местной газеты по телефону, который вы видите на экране.